решил посмотреть, как там кораблик, который эту заразу разносит. Смотрю, он еле живой вообще. Ой, что за жизнь у меня на карте тут творится? Просто атас. Кое-как, у меня все подлечены, этот доходит. Еле-еле смог выработать иммунитет. Медик у меня с ума успел сойти. Надеюсь, этого больше не повторится. Но так, вроде выживем. Ну, писец колонии. Просто реально жесткий писец. Так, попробуем хоть, может, костерок развести. Тима, зараза, я забыл, что я этот мод поставил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Строитель. А, все, капец мне. Эй, я пока на кухне кофе наливал, пропустил этот момент, зараза. Ай, гадость, я это, зараза, забыл совсем, да, все, это звездец. Эй, дракошу не пинайте, сволочи. Забыл про эту тьму долбаную, чтоб меня. Ай. А я что с ними там? Ну все, это звездец колонии, однако. Забыл, блин. Ох, склероза кусок. Токсичные осадки подъехали. Так, что ж с ними делать-то? Ай, ну, народ у меня цел. Ненадолго, правда. Так, ну, пока все должно быть в порядке. Интересно, животинку сюпу убивает или нет? Я вроде еще пока такого не вижу жуткого. Дерьмо. Давай же, чинись, дурацкая вспышка. Дурацкая солнечная вспышка. Давай, давай. Это ж мясо у меня попортится, просто жесть. Ненавижу. Три дня. Королева арахнидов. Шурум-бурум. Да пошла она нафиг. Так. Надеюсь, скоро кончится. Надо с мяса, блин, до сухпайков, что ли, доходить. Непонятно. Ага, отравление токсинами идет у них у всех. Так, у моих все в порядке. Сознание — это ерунда. Интерес, здравомыслие.
Так, ну с моими вроде все в порядке, кстати говоря. Цвет так и не починился, вот зараза. Они тут бегают вот так вот. Значит, давайте тут крышу, что ли, сделать. Почему и нет? Давайте немножко крышу расширю. Ну, скажем, вот так вот. Да и нормально будут бегать. Давайте-ка я в ограничениях вообще уберу-ка фермерство. Да. Ну и вон нафиг. Так, вспышка прошла, все, свет восстановлен, все восстановлено. Я просто всегда боялся, то, что может быть одна интересная вещь. Вот представьте вспышку звезды и тьму. У меня на тесте такое получалось. О, минус один. Ну все, мясо спасено. Тебе надо с него что-то готовить по любасу. Это не вариант. Так, дракошка, ты там как, живой? Печальное отравление токсинами. Медик. А, не надо тебе ничего. У меня люди нормально. Все живы-здоровы пока что. А вот дракошки страдают, страдают. Так, надеюсь, этот дождь долго не будет идти. Он закончится, я смогу дракона... О, драконов подчистить. Надеюсь, они все передохнут. Они меня достали уже, уроды. Да, здесь очень все жестко. Дождик этот прошел. Убивал очень много драконов. Убивал очень много пауков. Здесь некоторые отдыхают. Ага. Я решил рискнуть, короче, и отправить своих ребят. Кто их здесь убил? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте. Что у вас там? Средняя, да? Ладно, будем за своими сейчас наблюдать. Надо отправлять их всех на переработку. На переработку. Не знаю, кто выживет, кто нет. За этим будем внимательно наблюдать. Ага, один уже сорвался, гад. Капля. Солнечник ко мне бежит. Так, ладно. Делаем немножечко поинтересней. Драконов надо всех, всех, всех чесать. Не будет вам сна. У нас там шкура... Это как вам? Чешуя жопы дракона пропадает. Ай-яй-яй. Так, ладно, ты у нас будешь тогда оборону вести. Так, где-нибудь еще есть? Еще один бегает. Здоровье. Им кажется, похрену немного на это все. И все мои, простите. А
А, хитрые жопы, вы вниз пошли. Ну ладно, идите вниз. Так, там внизу еще есть какие-то трупики свежие. Посмотрим. Вот этого можно забрать. Свеженький. Далеко, наверное, не отходить. Сейчас немного пособираем. Главное, кожа ихняя. Но от токсинов она не защищает вообще никак. Вообще никак. Блин, откуда у вас тут столько? Да стреляй ты в него, дурень. Не опасно, да? Так, тут у кого-нибудь лежат медикаменты? Нет, медикаментов ни у кого здесь нету, да? Не опасно, ну не знаю. Не знаю, как это не опасно. Я дам команду лечить себя. И лечи себя. Блин, когда эти токсичные осадки закончатся? Нету. Она что, на колонистов не работает, что ли? Любопытно. То есть, значит, только животных токсичные осадки убил. Или надо дольше находиться? Любопытно. Что ж, постараюсь здесь набрать побольше шкурки пока. Показывать это не буду. Но вы поняли, как я сейчас собираюсь действовать. Собственно, ничего сложного нету. Будет какой-нибудь инцест или эксцест. Сказал тоже. Будет что-нибудь интересное, покажу. На меня-то, оказывается, нападали. Я и не заметил. Жучки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опаньки. Ладно. И идут два больших скорпиончика ко мне тут. Здрасте. Ага. Делает. Вот так вот просто. Вот жесть. Ребят, я, конечно, извиняюсь, вы не прихренели в корень. Иди сюда. Ты сюда. Ты взять оружие. Все. Бери оружие. Так, ты давай, стриптизер. Хрен с тобой. Иди.
Так, какой у меня самый бронированный? Ты, да? Гоу сюда. Всем охреневшие уроды. Взяли стену, мне разобрали. Так, стоп, давай-ка трупы сразу переделаем. Там у меня мясо портится. Да хрен ты с этим мясом. Надоело мне это уже все. Мясо портится. Мясо тут постоянно портится. Почему оно портится, я не знаю. Почему-то кондиционеры не работают. 15 градусов. Сиди, разбирайся. Только мясо копил, в итоге все коту под хвост. Ладно, хрен с ним, сейчас пимикан изучим. И будет мне счастье. Чем они стены разбирали, даже не атаковали меня? Это странно, как-то странно. Любопытненько. Ну, давайте попробуем. Спасти. Ловушки не работают, нифига не работает, зашибись. Хоть стены-то целы. Ай, короче, понятно. Ай, боже. Погоди, а почему у меня несколько человек? Так, стоп. Слушайте, я кофе скоро так брошу пить. Какого лешего? Так, стоп. Откуда у меня столько народу? Ого-го-го. Это кто? Окей. Ага, металлолом, прекрасно. Нифига не понимаю, что происходит. Ладно, сейчас получим люлей, да и все. Так будет попроще как-то. Так, все, короче, на базу. Ну, это драконы мертвые. Что, блин, происходит? Они вообще сегодня нападать будут или нет? За тобой должны гнаться, да? Где за тобой гонятся, покажи. Айдор там солнышко. Вообще ничего не понимаю. Так, у меня три голодных, два голодных рта новых. Дятел, ты куда бежишь?
Надо делать новую кровать. Мне кажется, тут они просто друг друга перестреляли и меня оставили, как говорится, на самоусмотрение. Идите хотя бы сюда, здесь поспите. Сейчас будем с кроватями разбираться. Что-то хрень какая-то непонятная. Так-с. Все. Можете спать. Так, ну видно, никто на меня нападать-то и не собирается. Фигня какая-то странная. Решил я посмотреть на тех, кто ко мне пришел. Этого сразу. В лес. Выкинуть, выкинуть. Выкинуть, выкинуть. Это просто жесть. Вот это вот... Такие мне, сорян, не нужны. Ужас какой. Так. Ты давай тогда переодевайся. Не, ну тоже два новеньких пришло, которых то держусь прям на грани. У одного чума вообще впритык идет, блин. Второго... Второй выживет, это 100%. Строитель мой, которого я качал долго, хрен его знает. Вроде как на процент повыше. Работа минус 30, да какая работа с чумой? Прикалываетесь? Не, ну 96. 97. Может и выживет. Блин, долбаная чума грохнулась, как не знаю чё. Да, выживет. Это хорошо. Я уже думал, не сможет. Давай, давай, давай. Уже, ну уже, я в тебя верю. Все. Есть иммунитет. Ходить пока не может. Так, медик, давай этого лечи. Ну, посмотрим, что это будет. Чем это все закончится. Может, выживет. Крупное стадо животных. Идет, как называется-то... Пирбук. Да уж, крупное стадо животных, с которыми бы я точно не хотел встречаться. Да уж, здесь не соскучишься. Так, ко мне мясо бежит. Он у меня считает большую частью мясом. И где они? Чё-то я их не наблюдаю. Да уж. Ночь темна, но будем ждать. Сейчас они толпенькой прибегут и посмотрим как раз. Угу. И где?
я их уже слышу. Я их слышу, но не вижу. А вот гризли. Сколько их? И все, что ли? Было бы неплохо. То скоро спать идти. Они что, с двух сторон? Что-то не кажется, что там их 4 штуки. Четыре гризли. Больно жесткие, я вам скажу. Ха. Всего 4. Надеюсь, больше не придет. Гризли было явно не 4. Их было 1 штук. Хотя, погоди-ка. О, здесь еще недобитки есть. Отлично. Значит, их было 16 штук. Не, ну... Так, добить. Добить. Ага. Да, 11 плюс 4. Это у нас получается... 15 гризли. Да, жестко. Кажется, что-то не так. Да ладно вам, прикалываетесь. Да это все, это звездец. Ну ладно, посмотрим, давайте конец колонии. 2 года прожили, как-никак. Охренеть их там. Просто охренеть. Будем пробовать отбиваться до последнего. Я ржу. Не, ну прикольно. Сейчас попробуем выдержать атаку. Да. Они все прут и прут. Кстати, может, и выдержу. Ох.
Спасибо за просталь. Сильно? Нет, не сильно бьют. Там еще стоят, да? Ох, вот такой вот конец колонии. В общем-то, я, кажется, понял, чем я ошибку совершил. Надо начинать по новой и попробовать нормально хоть развиться. Ладненько, увидимся в новом сезоне. Но, кстати говоря, по поводу сборки игра ни разу не вылетала. Это вот меня, честно говоря, порадовало. Даже загружать можно спокойно. Вот на карту мира можно зайти. Загружается, правда, долго. Ну, собственно, мне понравилось. Надо кое-что было там исправить. Это сначала, к примеру, в первую очередь делать комнаты этих своих ребят. А я вот не сделал. Ну да ладно, посмотрим уже в следующий раз.